Речь идет о снижении тех социальных выплат, к которым граждане уже привыкли. Обсуждение хотелось бы дать слово губернатору Тульской области. Спасибо большое. У меня краткое выступление, коллеги. Вот у меня есть там более чем 10-летний опыт общественно-политической деятельности. Вот с Валерием Владимировичем Рязанским, с Владимиром Семеновичем Катренко, с Екатериной Филипповной Лаховой. Мы 10 лет назад занимали активную позицию, когда обсуждался 122-й закон, всеми известный, монетизация льгот. И тогда же такая же была позиция Минфина. Жесткое, что нам нужно уходить от иждивенчества, все нужно монетизировать, привести в порядок, и чтобы у всех было все понятно и так далее и тому подобное. Предложения фракции «Единая Россия» тогда были небольшие, 60 миллиардов рублей, то есть мы предлагали сохранить льготы стоимостью 60 миллиардов рублей. Тогда министр финансов политически, в общем-то, скажем, преодолел сопротивление фракции «Единая Россия», закон был принят. После этого были выступления жителей, и спустя 4 месяца были внесены изменения в закон, которые стоили 250 миллиардов рублей. Коллеги, я призываю вас не совершать этих ошибок. И основной удар, по которому мы имеем, основной по сумме, это женщины по уходу за ребенком до 3 лет. Имейте в виду, это не вам даже не шахтеры. Поэтому предупреждаю тоже Минфин, я буду занимать принципиальную позицию, я пойду до конца. А, коллеги, вас хотел попросить всех поблагодарить за активное участие и, конечно, Валентину Ивановну поблагодарить за то, что сегодня Совет Федерации действительно палата регионов, которая слышит регионы и отставит мнение регионов. Спасибо большое. Шевалёв, появилась у нас Минздрав? Я так понимаю, что ее не будет. Но, тем не менее, Министерство здравоохранения было тем министерством, которое приостановило рассмотрение этого проекта постановления. Совсем недавно в своем послании Федеральному собранию президент нашей страны Владимир Владимирович Путин сказал, что наши приоритеты – это здоровая семья и здоровая нация, а также стабильность как условие развития и прогресса. Понимая, что эти задачи стоят в том числе перед каждым из нас –